Дамы и господа, большой баскетбол вернулся в Мегаспорт. ЦСКА начинает сезон здесь, в Евролиге. Рядом со мной мой соведущий, к моему великому удовольствию, Михаил Кулагин. Благодарю. Со мной Евгений Седых. Я всех приветствую. И это прямой эфир. Мне уже, наверное, нужно бежать. Андрюша, давай! Давай, Андрей! Трю-ля-ля! Нам приходят звезды, я прошу их сыграть в игру против Михаила Кулагина. Вот такая у нас хорошая традиция. Ты не считаешь меня звездой? Это шоу-бизнес. Ты звезда спорта, подожди. Тут все нормально у нас. Правила такие. Я показываю вам картинку. Она высвечивается на экране. Вы читаете слова и объясняете, что она значит. Да. Погнали? Да. Первый начинает, естественно, Баста. Гости. Старший, как гости. Слабак. Слабака вперед. Я готов. Давайте попробуем. У нас должна быть первая картинка. Читаем. Машина, которая проходит везде. Михаил, что это? Кроссовер это. А, кроссовер. Я понял, конечно, я теперь понял. Это резкий перевод с одной руки на другую, изменение направления. Акапелла. Так, а что это? А, можно воспользоваться подсказкой, Баста? Я подскажу тебе, это когда без музыки поют. Как мы сейчас общаемся акапелла. Да, у меня есть вариант. Мне кажется, это когда поют без музыки. Когда поют без музыки. Да, у нас вот есть классно. Вот так вот люди собираются и поют. Я это имел в виду. Как ощущения на баскетболе и как часто приходишь к нам сюда? Вообще классный вид спорта баскетбол. Я сам в детстве тоже кидал мяч в кольцо. Я, наверное, нельзя это назвать баскетболом, но у нас во дворе была площадка, кольца. И, вы знаете, нам тренер всегда говорил, что баскетбол – это близко к боксу. Man, I love the atmosphere, and this is a great place to be. All my guys from the league are really going to enjoy this. Он ответил, что здесь потрясающая атмосфера, вся команда здесь, естественно, JBA, они присутствуют на трибунах, им очень-очень нравится, они в восторге от вообще пребывания Москвы. Вот фактически обновленный состав группы поддержки ЦСКА. 4 новых красотки. Я думаю, что вы сегодня их сможете отыскать, если тоже наденете такие 2 глаза, как у меня. Ведущий Макс Тесюк настраивается, как ведет матч. Он очень крутой, все, он мега энергичный, позитивный. Всегда при параде. Супер. Следите за анонсами при гейм-шоу в социальных сетях. Обязательно будут еще интервью по ходу сезона.